вот сегодня привезли бабушку, нам встретили добрые люди, ее на улице нашли. Она просто уже ни во что не верит. Она просто, вот, ну, видимо, уже решила, вот сколько Бог отпустит, столько поживу, и все, и заберет меня Бог. Вот таким мы людям помогаем. Мы им подсказываем, что как бы жизнь не закончилась, жизнь продолжается. Самое важное – научиться милосердию. То есть в прямом смысле слова сопереживать, сочувствовать. Ну и не грубить этим людям в прямом смысле этого слова. То есть не делать их жизнь сложнее, чем она у них есть. Научиться любить. Это самое тяжелое. Реально, это очень тяжелая штука. Открываются ворота, а люди начинают заходить, мы начинаем их размещать, они садятся, занимают то место, на котором будут спать. Трутники, люди, которые нам помогают, готовят еду, заваривают продукты быстрого приготовления. Когда люди размещены, мы раздаем хлеб, раздаем вот эту уже заваренную еду и чай. Многие приходят просто покушать и погреться, найти безопасное пристанище, где не обидят. В прямом смысле слова, не ошпарят кипятком, не обольют бензином, не подожгут, не изобьют. Вылезают люди, без всякого сомнения, из самых бедственных положений люди выходят. Ну вот на моей практике, ну я точно знаю одного человека, который уже, можно сказать, был мертвым. То есть совсем мертвым. У него от алкоголя уже был развитый гепатит. Именно молитвой, в прямом смысле слова, он поехал к неупиваемой чаше, к иконе, и, молясь Богородице, он исцелился от алкоголизма и, как ни удивительно, исцелился от гепатита. Надо относиться к ним по-божески. То есть надо понимать, что эти люди попали в такую ситуацию, в которую можешь попасть и ты. В прямом смысле этого слова, и что у этих людей внутри есть болезни такие же, какие есть и у тебя. Попросту они у них в острой форме, а у тебя они еще не в такой острой форме. Надо понимать, что это то, что они попали в такую ситуацию, а не ты. Это просто, ну, по милости Божией, ты в эту ситуацию не попал. Ты, значит, этого еще выдержать не можешь. Ну, примерно так. И поэтому Бог тебя от этого уберегает. Представление о том, что уличные люди – это звери дикие, но оно неправильное. В целом это нормальные люди. Они попали в трудную жизненную ситуацию, но в целом это нормальные люди.